Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. И сегодня я вам расскажу об очень редко встречающейся коляске в плане ее возможностей. Вообще, в смысле, прогулочка легкая, летняя для путешествий, их пруд-пруди, но именно с реверсивным блоком, крутящимся на одном месте. Это, нас, ну, это такой редкий динозавр, зверь, которого найти вообще очень сложно. Вот, называется это, вот полностью вам название скажу, Mini by Easy Walker Buggy Turn. Это Easy Walker компания, одна из моих любимых. Я откатал тоже одну из их колясочек и был очень доволен, и, как говорится, и в холод, и в жару, и по очень убитым дорогам. В общем, как автомат калашников, не ломается вообще, все хорошо. Я очень с большим уважением отношусь к этому бренду. Поэтому и вам рекомендую на него пристально обратить внимание. И сегодня мы с вами разберем, что это за колясочка такая. Колясочка для путешествий. Видите, она небольшая, достаточно компактная. Точные характеристики вот полностью, да, сантиметры, там все будет написано внизу по ссылке в описании в магазине First Buggy. Я вам такие базовые характеристики назову. Easy Walker, кто не в курсе, это Нидерланды. Производитель дает 1 год гарантии. Максимальный вес ребенка она выдерживает 22 килограмма. Колесная база здесь 55 сантиметров. Вы везде спокойно на ней. В любом ряду, там, межрядов проедете. В общем, она не широкая. С полугода до 4-5 лет приблизительно можно использовать. Из такой сильной ее стороны это 110 градусов у нас сидячее положение, 170 лежим. Сейчас тоже покажу. И вес у коляски, он не самый легкий, но учитывая ее функционал, нормально. 9,3 килограмма, вполне себе. Давайте сверху вниз начнем изучать. Ручка здесь, вот мой рост 186 сантиметров. Мне практически все ручки удобные. Ручка здесь не регулируется по высоте. И вот проецируйте на свой рост приблизительно как будет вам. Напоминаю, внизу в характеристиках, по ссылке все там есть. Высота от пола. Вот, соответственно, обита эко-кожей. Easy Walker всегда использует материалы такими, я бы их назвал, предпремиальными. Вот, поэтому все хорошо. Козырек тоже здесь достаточно неплохой. Ткань, естественно, тоже приятный, все хорошо. У козырька есть такая опция, как открываем еще одну секцию и увеличиваем козырек. По бокам в открытой секции, в дополнительной третьей, есть вот такие вот сеточки. Треугольнички, отверстия. Вот, давайте опустим и посмотрим на 170 градусов, о которых я говорил. 70, не 75, по-моему, да, 170 градусов. И вот нам практически горизонтальное положение, не полностью, естественно, не 180, но вполне себе нормально, чтобы ребеночек комфортно мог спокойно здесь спать. Из таких вот еще приятных моментов здесь козырек имеет возможность регулировки по высоте. Я могу его опустить, а могу поднять. Вот, когда ребенок рослый вдруг будет, чтобы головой не упирался, можно регулировать козырек по высоте. Что касается сидения, сиденье здесь отличнейшее. С большим запасом под высокого ребенка, спинка очень высокая. Также есть мягкая подушечка у нас здесь со стороны головы, пятиточные ремни, все классические, мягкие накладки и на паховой зоне, именно мягкие, не просто тряпочки, а мягкие накладки, и на плечевой зоне есть. Соответственно, есть бампер, тоже в эко-коже, как и ручка, откидывающаяся как калиточка, чтобы легко можно было усадить ребеночка. Подножка у нас регулируется, также есть у нас ступенька. Все вот такой стандартный набор, без которого просто быть не может. Соответственно, чтобы регулировать у нас спинку, у нас здесь вот есть отверстие и ручка. Вот за нее все это происходит. В спинке, вы видите, есть также два кармашечка. Сейчас подниму. Вот так вот. Вот, я сейчас поднял полностью вверх козырек. И вот можете обратить внимание, кармашки очень глубокие.
Так, давайте с вами разберем ее нижнюю часть. К прогулке мы чуть позже вернемся. Здесь у нас полиуретановые колеса. Очень неплохая амортизация здесь на всех четырех колесах. Тормоз самый классный. Сверху нажимаем оба раза, блокируем и разблокируем. В багажнике у нас есть дополнительная секция для какой-то мелочевки. Доступ в багажник здесь больше реализован спереди, чем сзади. Ну и сам багажник на самом деле очень большой, и соответственно накидать туда можно много чего. Вот, передние колеса с возможностью блокировки. Вдруг какая-то неровность нужно преодолеть, поэтому есть такая возможность. Маневренная, очень приятно едет коляска, едет дорого достаточно, в общем, все хорошо. Так, теперь давайте посмотрим на ту самую особенность, которую мы получаем в этой колясочке. Здесь вот сзади есть кнопочка, нажимаем. Сейчас, секундочку. Нужно посадить. Кнопочку нажимаем и поворачиваем. Все. Вот в таком положении лучше спинку держать для этого. Соответственно, блок реверсивный. Реверсивный блок, не снимающийся, крутящийся на 360 градусов. Вот это и есть та уникальная фишка, которой практически нет нигде. И складывается она тоже, кстати, достаточно компактно, не снимая, естественно, блок, потому что он несъемный. И вот, пожалуйста, вот. Обалдеть можно. Вы очень рано можете ребенка пересадить. Ну вот летний ребенок, хорошо, здорово, чтобы в люльке долго не катать, можно пораньше сюда пересесть. Написано, производитель заявляет 6 месяцев, ну как показывает практика, родители вплоть до 3 месяцев уже в реверсивные блоки пересаживают. Поэтому это все на ваше усмотрение. Производитель рекомендует 6 месяцев. Вот, собственно, вот эта уникальная фишка, о которой я вам хотел сказать, как по мне, ну, просто супер здорово. Так, чтобы вернуть обратно, также кнопочку нажимаем вот здесь сзади и крутим. Все. Так, давайте теперь я колясочку сложу, и мы с вами посмотрим на то, насколько она компактная. Чтобы ее сложить, нужно спинку вот так вот вперед, соответственно, опустить. Здесь на ручке есть рычажок и кнопочка. Вот так вот делаем. Все, смотрите, козырек был поднят. Я рекомендую вам его, прежде чем складывать, опускать на самый низ, чтобы она была компактнее. И вот, собственно, получаем вот такую достаточно компактную колясочку. Для таких вот возможностей это действительно небольшая в сложном виде колясочка. Реверсивный блок, крутящийся на своей оси. Ну, просто вообще отлично. И 9,3 килограмма. Да, она не самая легкая. Этот размер маловероятно, что в большинстве авиакомпаний будет ручную кладь проходить, естественно, нет. Но во всем остальном очень даже ничего. Открываем. Поднимаем вверх. Но опять же, поднимайте не обязательно. Кому надо, поднимайте. Кому не надо, не поднимайте. Я про козырек. Поэтому как-то так. Собственно, всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Давайте я проверю, в комплектации, по-моему, должен был быть дождевик. Да, фирменный дождевик будет идти в комплекте. Единственное, что бы я порекомендовал, в первой коляске есть в ассортименте, ссылку я вниз добавлю, на транспортировочные сумки для колясок, для разного рода колясок, и для такой тоже есть. Ссылка внизу будет в описании. Это сумка, в которой вы можете упаковать чехол, коляску, чтобы там сдать у ее трапа, например. Или просто едете в машине, чтобы она там в багажнике не валялась, чтобы была чистенькая. Соответственно, имейте в виду, очень полезная вещь. В общем, добавить мне больше нечего. Подытожу, мне очень нравится этот бренд, сам юзал. Вообще вопросов, нареканий нет ни по качеству, вообще ни к чему, ни к каким свойствам коляски. Поэтому я очень рекомендую, обратите на нее внимание. Выбор, естественно, за вами. Ссылка внизу в описании. Если обзор понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать удачи на дорогах. Пока!